Тебе помощь нужна? Нет, спасибо. Без адвокатов разберемся. Дядя, топай отсюда, топай! Грубо и бестактно. Извините, пожалуйста, нам правда не нужна помощь, мы сами. Ну ладно, разбирайтесь. Деловой. Только лучше сейчас, а то потом поздно будет. Глеб, я же тебе говорила, ну чего ты? Ну... Что? Вот скажи, что? Зачем ты к нему прицепился? Я же сказала, лечу с тобой. Глеб, ну какой ты, а? Глеб! Не Глеб. Глеб, Белов! Новикова, ты что? Я Белов. Белов, это я. Здорово, Санька. Привет. А ты как здесь? Надолго? Да я сам не знаю. Может, месяца на два, на три. Чего ты так смотришь? Ты старела? Ты че, Сань, похорошела. Ну чего ты? Скажи, замужем? Ты хочешь сделать мне предложение? Ну ладно, не пугайся, шучу. Пошли в ЗАГС. Пошли, пошли, пошли. Че ты? Я не испугливый. Хорош, ты как-то с ним жду. Испугалась, да? Не взрослеешь. Ну а ты как, женат? Я свободен. Говоришь, типа, пойдем. Ну ладно, а дети?